Словакия с понедельника закрыла для пассажирских и грузовых перевозок небольшие пограничные переходы, в том числе 10 с Польшей. На остальных переходах со среды должны проводиться усиленные проверки, сообщила в субботу словацкая полиция. С понедельника полиция должна информировать путешественников о новых правилах въезда в Словакию. Прохождение 14-дневного карантина и обязательное заполнение на веб-сайте формы, которая должна быть заполнена не позднее, чем при пересечении границы, в случае прибытия из стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Карантин может быть завершен раньше 8-го дня изоляции, если после проведения ПЦР-теста получен отрицательный результат.